22 июня глава края Олег Кожемяка на общих основаниях подал в Краевую избирательную комиссию документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Приморского края. Напомним, кандидатура действующего главы региона была поддержана на недавней конференции партии «Единая Россия». В целом это осознанное решение, и я благодарен партии «Единая Россия», которая выдвинула меня. Благодарен всем приморцам, кто поддержал такие решения. Безусловно, в этот период сложный для нашей страны, для нашего региона, важно очень продолжать сохранять стабильность. Вот, все эти направления, которые позволяют развивать экономику, решать социальные вопросы, оказывать помощь и поддержку нашим ребятам. Поэтому мне кажется, что сейчас какие-либо, скажем, иные решения со стороны губернатора были бы неправильны. Это уход с позиции в трудное время. И поэтому, как бы ни было тяжело, и какие бы испытания ни выпали на нашу долю, на последующий период нашего пятилетнего руководства регионом в случае избрания, конечно, это нужно пройти, но нужно пройти достойно, так чтобы жители видели и качество изменения в лучшую сторону, и вопросов благоустройства, и в социальных вопросах, вопросах развития спорта. Действующий глава региона будет баллотироваться на должность руководителя края во второй раз. Это первый случай за последние 10 лет в крае, когда действующий глава идет на выборы на второй срок. Напомним, на выборах 2018 года за Кожемяка проголосовало около 62% жителей края. Отметим, после выдвижения каждый участник предвыборной гонки должен будет заручиться поддержкой местных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы пройти муниципальный фильтр. В этом году выбор губернатора края пройдут в течение трех дней с 8 по 10 сентября.